друзья, всем привет! Сегодня у нас 7 июля, у нас жара, сейчас 30 градусов, вчера была прополка, прополка руками в лунках, в шортах я показывал, коротких видео. Вот так вот выглядит поле, полив идет с удобрением, которое нам дали на испытание. Удобрение Асагро, его даем с утра и вечером, 2 грамма на растение, и сейчас покажу, как оно работает. Оставили контроль, и вот на левом ряде видно, плеть меньше, а на правом больше. Удобрение работает, и вид, конечно, классный. Вот сюда, если перейти дальше, то здесь уже плети начнут смыкаться. И скоро все поле заплетется и будет в одном таком ковре. Сделали еще одну прополку, наверное, уже четвертая, не помню. Поле, конечно, выглядит красивее после прополки. Дожди сделали свое дело. Пришлось загонять культиватор, рвать плети, но не снимал, потому что это было вечером, и быстрее охота было прокультивировать. Плети растут быстро-быстро. Шикарный вид. Просто класс. Техпроходы обязательно пройду в КПГ. И накатаю дороги под фуры, чтобы здесь было жестко и фуры не вязли. По группе также вижу, что началась уборка. Первый сбор арбуза. Урожай неплохой и цена тоже неплохая. В группе бахчеводы сделал раздел «Цена арбуза на 23 год». Вижу обсуждение. Цена, кстати, в Киргизии, в Казахстане поднялась. Те, кто продавал первый арбуз, была низкая цена. Сейчас из-за жары спрос большой и цена очень хорошая. Так что смотрим, что будет дальше. Заходите обязательно в нашу группу, группу бахчеводы, ссылка в описании. Сегодня у нас 9 июля, еду в поля, у нас жара, арбуз прет на глазах, удобрение работает. Вот так вот выглядит арбуз, сегодня-завтра сплетется. Сейчас дам удобрение, которое нам дали на испытание. Вот оно стоит, осталось на 2 раза. Залью в ванну, размешаю и пусть поливается. У нас жара и нужно, чтобы плети сомкнулись. Удобрение очень сильно помогает в этом. Промываю бутылки. На дне остается очень много всего полезного. Бросил сосачку в ванную. Очень много вопросов, как мы кормим наше все поле. Удобрительная головка. Открываем и поджимаем систему. Систему поджимаем. Здесь вода проходит через инжектор и начинает всасывать удобрение. Недавно с Монголии подписчица спрашивала, как сделать так же. Ну, сделать, в принципе, легко. Вот сейчас будет слышно, как система заработала. Всас идет, примерно 40 минут будет всасываться удобрение. Сразу поливается и удобряется одновременно все поле. Поливается 3,5 гектара и также удобряется на всю площадь. Две скважины, которые соединяются вот здесь, в тройнике. И уходят лайфлетом до середины поля. Бутылки прополоскал, убираю. И осталось удобрение на один раз. Заправим, и поле будет единым ковром. Первое, что влияет на развитие арбуза, это, конечно, тепло. Плюс удобрение. И тогда картинка делается красивой. Сейчас можно вставать, фотографироваться. Очень красиво. Прям балдеж. Новый день, у нас жара, классная погода, 34 градуса, еду поливать, и арбуз радует, как он сплетается, вот, супер, классно, вообще прекрасно. Радует арбузная теплая погода, как развивается арбуз. По арбузу видно, что прет, междурядка сплетается. С левой стороны ряд это
без удобрения, с правой стороны с удобрением. Он пышнее. Здесь плодов завязанных больше. Вообще вот так вот красиво, конечно. Солнца нету, но красота. Плеть, я думаю, еще будет больше. Она нагонится. Новый день, у нас похолодало. Идут дожди. Сейчас посмотрю, сколько осадкомер. Дождик. Ну, такой хороший, конечно. Свыше 10 миллиметров. Также в регионах, вижу по группе, тоже идут дожди. Очень много обсуждений по болезням, по цене в группе. Думаю, через несколько недель арбуз уже пойдет на созревание. Судя по ботве, а ботву разогнали. В этом нам помогло удобрение, которое давали на испытание. Жара сделала свое дело. Потом холод. И в холод очень сложно было давать селитру, потому что она при разведении холодная. И чтобы арбуз не заболел, давали жидкое удобрение. Ну и как бы вот результат. С левой стороны без удобрения, с правой стороны с удобрением. Ряд пышнее и плети длиннее. Прорываюсь в поля, и снова у нас был дождик. Дождик, я думаю, 15, а может и 20 миллиметров. Уже второй или третий день херачит. Поле выглядит вот так. Ботва очень мне нравится. Не думал, что в этом году нагоню такую ботву. Удобрение сделало свое дело. Новый день. Дожди не прекращаются. Они продолжаются, идут и идут. 20 миллиметров опять у нас. Пора уже рожь убирать, а мы все в дождях и в грязи. Рожь поспела. Ждем, когда просохнет. И будем обязательно убирать. Вот такие грибы, дождевики, их много. После таких осадков, конечно, и грибы растут в полях, и сыро, грязно и сопливо. По арбузу все прекрасно. Наконец-то у нас тепло, поливаем 2 часа с утра, 2 часа вечером. Очень много вопросов, сколько междурядка, самый актуальный вопрос. Междурядка у нас 2,5 метра, техпроходы через 10 рядов, в ряду через 60 сантиметров сходы. Вот так вот выглядит ботва, она просто охеренская, вот так вот. Единым ковром все сплелось. Полетал на квадрокоптере. Сейчас покажу. Но ботву нагнали, слава богу. И нагнали это благодаря новому удобрению. Потому что селитру не видел смысла давать. Потому что холодно было. Ночи холодные. А вот это удобрение типа гумата очень помогло и развило плеть. Я вообще не думал, что в этом году плеть будет такая единым ковром, потому что вижу по группе, что у многих арбуз завязался из-за того, что холодно и плеть очень маленькая. Ну а тут просто шикарно. Расскажите обязательно в комментариях, какая у вас обстановка по арбузу, какая цена. В общем, всем пока.